Кишечник является очень важным органом нашего организма. Отдельно хочется выделить две его функции – всасывание необходимых нашей жизни веществ и синтез витаминов. И все это он делает благодаря кишечной микрофлоре. Именно она синтезирует витамины группы В, фолиевую кислоту, витамин К и обеспечивает нас всеми необходимыми веществами. Если вы хотите быть более здоровым и выглядеть хорошо, нужно применять пробиотики. Пробиотик БАСУ содержит сенную палочку, которая нормализует состав кишечной микрофлоры. Принимать его очень просто. Всего лишь в течение одной недели применяйте после еды по одному пакетику 3 раза в день. Если вы занимаетесь спортом, принимаете комплексные витамины, следите за своим здоровьем, то обязательно воспользуйтесь силой сенной палочки пробиотика БАСУ.